Вот за что люблю лето? Не только за возможность отдохнуть даже под солнцем в Беларуси. У нас оно есть, да. А больше я люблю за жаркое время летних распродаж. Вот мы сейчас расскажем, как сэкономить на шопинге за границей и сделать еще больше выгодных покупок вне сезона. Вернуть до 20% от стоимости можно в Минске уже по прибытии. Это можно сделать и раньше в кассах такс-фри за границей, на таможне и в Беларуси. Но не ждите дольше 3 месяца. Купили, привезли и сразу пишите заявление. У каждой страны свои условия возврата. Минимальная сумма покупки по чекам такс-фри установлена для каждой страны индивидуально. То есть это решает непосредственно налоговая инспекция той страны, где клиент совершает покупку. Для примера, в близлежащих странах 55 евро в Литве, 200 злотых в Польше и 25 евро в Германии. Вернут вам часть денег или нет, уточняйте у продавца. Обычно на входе в магазин или у кассы есть специальный логотип. Форма заполняется у продавца. Главное, не забудьте паспорт. Это заявление плюс чек и штамп на таможне. Гарантия возврата денег в Беларуси. Проверьте номер и дату покупки, подпись продавца, налог и печать магазина. И никаких исправлений в чеках. Возврат такс-фри выплачивается в евро. Его можно получить как наличным, так и безналичным способом. Клиент выбирает это самостоятельно. Если клиент хочет получить возврат на банковскую платежную карточку, у него есть два варианта. Либо он отправляет чеки в компанию, либо обращается в отделение банка, банк производит зачисление на карту. Когда приедете домой со всеми покупками, не забудьте разгрузить спину. У нас есть комплекс лечебных упражнений. О нем расскажет и покажет Ксения Санкович.